что я тем временем сходила в пенсионный фонд, причем неудачно, потому что шла я туда оформить пенсию в потере кормильца на ребенка, на старшую дочку. А не взяли свидетельство о смерти, оно находится в паспортном столе. И без этой бумаги пособие нереально, но эту пенсию нереально оформить. В общем, блин, съездила просто так. Вообще обидно. Сегодня у меня кушать. Я еще ничего не ела, я так хочу есть. Реально очень хочу есть. Купила, значит, в Свежове салатика. Со вчерашнего вечера. Это мой первый прием пищи. Сейчас уже, наверное, 4 часа вечера. Где-то около этого. Купила, значит, салат. Затестирую их не салатик. Это у нас, сейчас скажу, что седьмое небо. С куриной грудкой, языком говяжьим, грибы, шампиньоны. Ну, типа, губа не дура, но по акции 47 рублей за 100 грамм. И купила такой пирожок с рыбкой. Я его как-то брала уже в Свежове, мне очень понравилось. Купила себе энергетик тоже по акции с таурином, потому что чувствую, что я уже все. Либо спать ложиться, либо надо как-то себя взбодрить. Яблочко еще взяла. Сейчас я перекушу. И начну. Короче, я поняла, с чего надо начать. Начать надо с туалета. Туалетом пользуемся. Поэтому, блин, ну, нереально ходить там в кафешках в туалет и еще так далее. Туалет надо отмывать срочно. Так, я ищу. Кстати говоря, вилки, ложки. Здесь все есть. Вилочку для салатика. Я, правда, блин, кругом. Вещи. Дум-дум-дум. Сейчас буду такой ядреной химии. Homestar. Правда, он убивает микробы, безупречно очищает загрязнение. Он не безупречно очищает загрязнение, но, в принципе, со многими такими проблемами справляется. Вот. Не к еде, конечно, показать туалет, в каком он состоянии, но отмывать мне придется жестоко, потому что последнее время дедушка ходил в памперсах, и туалет, конечно, там, в общем, не буду говорить, лучше этого не знать. Вот. Такие дела. Так, куда я делал свой коктейльчик тауриновый, витаминовый? Пойдемте покажу вид из окон. Так. Осень, прекрасная осень. Балкон, кстати, неплохой. Он отделан. Там, если посмотреть в этих хрущевках, а здесь, в принципе, одни хрущевки кругом. Целая оранжерея из хрущевок, он неплохой. Он сделан в свое время. Бабушка, царство небесное, сделала, занялась балконом, его обшили, тут достеклили деревянно, более-менее. Вот. Но тут очень плохие нижние перекрытия. Вот наши два окна. Первое дедушкино и второе кухонное. Зацените, да, что происходит вообще с отливом, откосом. И окном. Это просто жесть. Хотя я тут что-то там пыталась сделать, но это все это. Выброс. Здесь, кстати говоря, стеклопакет деревянный. Он очень мощный. Очень. Он держится, в принципе, он так прям нормально. Его коррозии ветры не испортили. Он такой прям мощнярский балконный блок. Ну, понятно, что он тоже под замену. Но он последний на очереди. Первое это кухня и дедушкина комната. Я, кстати, обещала же, да, зайти в его комнату. Сейчас зайду. Все, тут все просто завалено. Хожу я в кроссовках старых. Ой-ой-ой. Там комната.
Боже, все в пыли, в грязи. Уже даже... Уф! Посмотрите. Ах. Не, иногда не знаю, что лучше. Лучше в новую квартиру въехать, либо старую очищать.